За полгода в Ненецком округе построено более 4500 квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Как сообщает Росстат, в первом полугодии сдано почти на 22% меньше жилых зданий, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране ввод в эксплуатацию жилых домов вырос на 30%. 19 жилых зданий, введенных в эксплуатацию в первом полугодии, являются индивидуальными. В целом по России доля индивидуального домостроения составила в январе-июне 47%. Стопроцентной она оказалась только в нашем округе и Магаданской области. За полгода в округе введено в эксплуатацию 3 нежилых здания общей площадью 814 квадратных метров, 2 административных и 1 промышленное.